Сегодня в России отмечается День российского предпринимательства. В Большом зале окружной администрации прошло торжественное заседание Координационного совета. Сегодня в Якутске трудятся более 15 тысяч индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, свыше 2 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Вместе с тем, администрация города и Координационный совет ведут совместную деятельность по продвижению инвестиционных проектов города, предпринимателей на всероссийском и международном уровнях. А успешным предпринимателям столицы сегодня вручили благодарственные письма и почетные грамоты Якутской городской думы. Наша компания занимается развитием социальных магазинов в городе Якутске. То есть у нас есть 3 магазина, в которых могут прийти покупатели и купить продукцию с определенные слои населения, то есть пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, то есть по определенным ценам, скидкам. То есть для них определенный ассортимент и цены, и, соответственно, только при предъявлении удостоверения.